Избирательный участок номер 4209 в шахматной школе «Белая ладья» расположен, пожалуй, в одном из самых красивых мест нашего города – на набережной реки Протока. Он не страдает от недостатка внимания избирателей. Дело идет к завершению времени выборов, но людской поток не иссякает. Многие приходят с семьями, чтобы сделать свой выбор. Настроение абсолютно спокойное, но пришел прежде всего для того, чтобы исполнить, вот, что называется, гражданский долг, да, свой. Не буду говорить там о разных отношениях к мотивациям, ко всем этим предвыборным агитациям. Но все мы понимаем, да, что ну, это право каждого человека отдать свой голос. И право всегда нужно использовать. К выборам все было хорошо подготовлено, поэтому голосование проходит очень организованно, без неприятных сюрпризов. Наша команда 4209 самая дружная, сплоченная. Несколько раз прошли наших жителей. Там, где жители не выходили, не стучались к соседям, пришли, обратились, чтобы пригласили. Использовали все ресурсы, какие возможно. И наши жители откликнулись. Мы считаем их лучшими жителями города Славянска на Кубани. 4209 самые лучшие. Мы им благодарны за то, что они приходят и идут. Вот особенно первая половина дня была такая насыщенная. Обеспечение безопасности на избирательном участке – задача очень важная. В течение всего дня здесь дежурили сотрудники правоохранительных органов. Охрана правопорядка организована очень грамотно. У нас и полицейские здесь на участке, круглосуточная охрана, идет прием сдачи всех документов, там, опечатывание сейфов, вскрытие, все. Плюс казачество очень помогает нам. Вот круглосуточно идет охрана, территория, осмотр, собаки, в общем, все, что необходимо для обеспечения целого дня безопасности жителей, которые пришли к нам проголосовать, у нас это организовано. В день выборов в охране общественного порядка были задействованы и представители казачества. Совместно с сотрудниками полиции казачество на каждом избирательном участке занимается поддержанием, следим за порядком, чтобы здесь было тихо, спокойно. До окончания выборов остается совсем немного времени, но избиратели идут до последних минут, чтобы сделать главный выбор страны. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Специальный выпуск «Выборы 2018».